12. В Челябинске мужчина украл сигареты. Инцидент произошел в магазине по улице 40 лет Победы. На съемке видно, как мужчина заходит в зал и идет прямо к стойке с табаком. Пока, видимо, продавец был в другом зале, неизвестный взял нужный товар и скрылся. А эта дама прихватила с собой не только покупки, но и телефон. Как видно на камере наблюдения, первая покупательница при расчете достает телефон из кармана и кладет его на прилавок. Оплатив покупку, женщина уходит, забыв смартфон. Следующая клиентка, увидев бесхозный телефон, забирает его себе и удаляется. Теперь, если девушку найдут, ей предстоит объяснять свой поступок не только хозяйке, но и полицейским.